люди ее носят по волнам или она живая, непонятно. Смотрите, цены бывают. Карамчай, блядь. Билеты стоят 52,5 дирхама. Прикольно сделано, конечно. Очень интересная идея. Как же без строя, сдувай весь стройка. Платите 19, а так он стоит 23,50. Магазин скидок, брендовых скидок, то есть бренды со скидками. Пошли на завтрак. Завтрак обычный. Свежевыжатые соки, ананас, апельсин, яйцо, сосиски, колбаса, сыры. Там картошка, помидоры, огурцы, хлеб, масло. Сейчас еще будем кофе, и там есть маффины, классная выпечка. В общем, стандартный, небогатый этот завтрак. Вот там выглядит кухня, вот так, совсем малюсенькая. Буквально там несколько. Тут все маленькое, сам зал маленький. Приятного аппетита. Так, вот такая маленькая маршрутка. Мы сели на первую, где она пустая абсолютно, нас только двое. Ну, отель может быть даже не заселен, не знаю. Сколько ехать? Сейчас 8:16. Джумейра Бич? Нет. Пляж наш называется Джумейра Бич. Джумейра Бич. Have number 1, 2, 3. No. Maybe. So near the Burj Al Arab, near Burj Al Arab, big hotel. Короче, ничего я не понял. Вот. Саш, ты что-то понял? Mall of Emirates. Наш. Ехать, мне кажется, тут недолго. Вот тут зависит, конечно, от трафика. Может, минут 10. А, вот еще тоже. Это наш основной отель, который нас сначала заселили, потом, ну, не заселили, а привезли. Возможно, возьмем еще отсюда пару человек. То есть это старый корпус. Привезла маршрутка, беговая дорожка. Вот наш пляж, прям рядом с парусом. Песочек не горячий пока. Это должна быть интернет-пальма, которая раздает интернет бесплатный. Тут тоже можно сидеть под ней. Вон там есть какая-то душ. Пляж довольно широкий. Там какие-то из камней стены. Тоже что-то строят. Строят здесь везде. Сейчас дует ветер сильный. Я надеюсь, поролон справляется с подавлением шума ветра. Сейчас приличный ветер. Я надеюсь, поролончик заглушит эти порывы. Не будет слышно так сильно в камеру. Уже искупались. Водичка чистая, прозрачная. Вот тут кажется, что мелко, но до буйков уже... Ну, по шею даже больше. Людей на пляже не очень много. Как видите, пусто. Ну, возможно, еще рано, может, люди спят. Так что, если я развернусь в другую сторону, будет ветер в спину.
Может, не так будет дуть. Небольшая волна вот накатывает. Приятно. Вода теплая. 26 точно есть. А, может, больше. Ветер тоже сильный, но он очень теплый. Немного пройдусь по пляжу. Тут есть какое-то кафе. Там бесплатные душевые. Это туалет и раздевалки. Туалеты, наверное. Но они же являются раздевалками. Хорошо, что есть бесплатная душевая. Можно обмыться. Видите, в туалетах убирают. Это тоже хорошо. Песок белый, чистый. Пляж чистый. В принципе, неплохо. Так, здесь кафешка какая-то. Пойду посмотрю, что там есть. Смотрите цены. Карак чай 5. Мороженое 20. Вода 5 дирхам. Тут вот такая клевая дорожка сделана. Тут палуба, набережная, да? Прям разметка. Здесь бегать, здесь гулять. Это очень круто. Здесь можно сидеть, кушать, там заказывать какие-то сэндвичи. Так, сейчас 11. Народу на пляже, как видите, стало намного больше. Уже все попросыпались, все поприезжали. И здесь, с обоих сторон. Автобусы подъезжают, привозят многих. Они даже не раздеваются, делают фотографии на фоне паруса и уезжают обратно. Может, ноги помочат. В общем, все по-разному. Здесь весь мир. Люди отовсюду. Но вода вообще чистая. Никаких там пятен от кранов, портов, там кораблей. Абсолютно ничего нету. Вода чистая. О, вон медуза, смотри. Медуза прям... Пока мы не знаем, что она живая, что дохлая. Плавает тут. Или она как просто кусок синяя, видите? То есть или ее носит по волнам, или она живая, непонятно. Но то всплывает, то ее несет. Вон сзади нас станция метро. Проходите до этого парка. Вон там виднеется рамка. Но прямого прохода нету. Поэтому придется вот так вокруг обходить до четвертых ворот. И там уже на четвертых воротах только можно зайти в парк. Если вы где-нибудь увидите другой вход, не заходите. Он будет платный. И все равно вы не сможете попасть на рамку. На рамку только с четвертых ворот. Придется вот так вокруг парка обойти.
Вот этот парк, где рамка называется вот так, The Bell Park, это ворота номер 2, просто для того, чтобы сидеть в парке. Там есть беседки, качели, там, наверное, барбекю, ну что-то такое, парк отдыха. Но вы их проходите, сюда не заходите, потому что вход платный, я, как я уже говорил, но на рамку все равно не попадете. Вот рамка. И идем дальше. Значит, пока расскажу, что я знаю. Это рамка, это просто рамка. Там ничего нету, кроме двух лифтов. Один слева, другой справа. И между ними перекладина с прозрачным полом, где люди ходят, гуляют и смотрят с одной стороны на старый Дубай, с другой стороны на новый Дубай. И зрелище довольно интересное именно на контрасте, что видно и старый, и новый Дубай. Там есть еще какая-то история, ну, как я уже говорил, прозрачный пол, это тоже интересно. В общем, зайдем туда, посмотрим, сколько стоят билеты, тоже подойдем, узнаем. Мы на подходе, вот это Дубай Фрейм, золотая рамка, большая буква П почти, прямоугольник, конечно. Вот так она смотрится. Ну, конечно, это не Бурдж-Халифа, но тоже довольно приличное по высоте сооружение. И сейчас мы будем подниматься. Вон там, как видите, участка 3 с прозрачным полом. То есть на двоих 105 дирхам. Ну, как бы тоже не так дешево. Умножайте на гривны на 7,7. Покрыта она вот таким вот материалом. Под золото. На входе рамка. Рамка проверяет все наличие всяких предметов, ну как обычно на всех таких массовых мероприятиях, чтобы никто не пронес запрещенных веществ. О, прикольно. Это зона классная. Так, здесь управление рукой, как видите, и идет история. На стенах тоже какая-то инсталляция, но тут она непонятна. А тут что? А, вот видите, вы проводите. Подошли и вот управляете этими экранами. О. Да, это музей. Здесь тоже вот кофе, что делали женщины. Так, два в одном. Вы попадаете на эту рамку, как смотреть с высоты на город, и заодно проходите и ознакомливаетесь как в краеведческом музее с историей Дубаев. Такое прям на экранах, что делали люди и саму продукцию. Плетут, значит, ткань лежит. Вот так можно смотреть. Голограмма. Вот. Кофейники старинные. Прикольно сделано, конечно. Очень интересная идея. Здесь только фрукты. Чем торговали. Так,
здесь тоже какая-то интерактивная. Угу. Ну, сейчас поуправляю. Запускают в лифты по очереди, чтобы не было большого скопления людей. Сейчас мы будем подниматься на лифте. Вот. Прикольный лифт. Вау! Смотри, как классно. В прозрачном лифте мы едем высоко вверх. Верхнюю точку. Чем выше мы поднимаемся, тем больше нам открывается видов. Но это как бы торец. Сейчас мы выйдем на ровную площадку и разделится для нас мир на две части, на старый и новый Дубай. Приличненько. Так, пришли мы. Вот прозрачный пол. Как камера? Тоже камера? Экшн пол. Так, ну вот так это все выглядит. Довольно интересно. Не страшно. Так, давайте вот переходим сюда. Вот здесь старый город. Старый город, невысокие постройки. В основном 4-5-этажные. Эта рамка и состоит просто вот из такой прямой, с прозрачными вот, ну, с витринами, где с одной стороны смотрите на старый город. Там дальше он уже, как видите, вырос. Дома больше стали строить, а эта часть совсем невысокие здания. Сейчас мы уже тут досмотрим старый город и перейдем на ту часть, которая показывает нам новый. Вот новый Дубай, Бурдж-Халифа, другие небоскребы. А там пустыня, да, с той стороны. Здесь еще сделаны вот такие всякие инсталляции, где вы рисуете, и на экране это отображается.
еще. Идут инсталляции Дубая в будущем. Все, конечно, самое современное. Все первым будет здесь. Все новые разработки, все. Вот и все, вот такая экскурсия, вот мы и вышли. Тут еще вот такая интерактивная игра, можно покидать. Саня, ну иди покидай шарики. Что ты? Смотрите, мы опять на фудкорте. Едим. Сейчас мы зашли в Техас Чикен. Вот это вот кола, картошка и вот эти куриные, не знаю, как это там они называются, штуки с курицей, стоили нам 34 дирхама. Но это полцены. Реальная их стоимость в два раза больше. Когда вы в Карифуре покупаете по чекам, вот видите, с Карифура, нужно смотреть на заднюю сторону. Это вам такой лайфхак. И здесь вот, например, на KFC скидка. Когда берете вот этот сет, 19 дирхамов скидка. А, не, наоборот, платите 19, а так он стоит 23,50. А вот на этот у нас было по 17 дирхамов скидка. Или 16. Короче, довольно прилично. 30 дирхам экономите, просто заглянув на заднюю стенку чека и потом зайдя вот сюда на этот фудкорт Mall of Emirates и съев что-нибудь из еды. Так что вот такой лайфхак. Смотрите, вот это светится отель Sheraton, который виден из нашего отеля и который находится рядом с Карифуром и Mall of Emirates. То есть это все рядышком, в пешей доступности. Вот здесь вы поворачиваетесь, и магазин Brand for Less известный. Магазин скидок, брендовых скидок. То есть бренды со скидками. Чтобы перейти дорогу, вот светится, есть наддорожный переход. Сейчас мы туда идем. Вон Белу, видишь? Моего похода в магазин Brand for Less. То есть мы были вон на том, который дальше. Здесь вот этот пирс номер 7. Между зданиями, между стройками проход на пляж. И вот прямо здесь это колесо обозрения, которое еще не работает. Смотрите, цены на развлечения. Парашюты. Вот так выглядит трамвай. Там золотой вагон. Трамвай с водителем. Он не автоматический, как видите.